Шестеро челнинцев погибли в результате страшного ДТП, которое произошло в Башкортостане. Накануне вечером в аварию попал пассажирский автобус, который возвращался в набережные Челны из Миндигулова. По предварительной информации, из-за плохой погоды водитель не справился с управлением. В салоне было 39 пассажиров, в том числе и дети. 6 человек погибли на месте, еще 21 пострадал. Сегодня 7 из них доставят в челнинские больницы БСМП и КДМЦ. Еще 2 в тяжелом состоянии лежат в медучреждениях Уфы. Подробности ЧП расскажет Эльмира Гайнудинова. Вечером в Башкирии шел сильный дождь. И по одной из версий, водитель автобуса не справился с управлением. Машина упала в кювет и перевернулась. На 52-м километре автодороги Булгакова-Белорец произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня, как водитель утверждает. Погибло 6 человек. В лечебное учреждение доставлен 21 человек, из них 2 ребенка. Госпитализированы 8 человек, из них 1 ребенок. 13 человек, в том числе 1 ребенок, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Остальные пассажиры автобуса в количестве 13 человек доставлены в пункт временного размещения. Все погибшие и пострадавшие – это сотрудники Челнинско-транспортной экспедиционной компании «Лидер Транс». Известно, что челнинцы ездили в Башкирию на сплав по реке. Среди погибших – мать гендиректора предприятия Михаила Устюжанина. Сегодня сотрудники компании «Лидер Транс» находятся в шоковом состоянии и от всех комментариев отказываются. Родственники пострадавших также потрясены случившимся. Слава богу, с нашими все хорошо. Вот только сломала позвоночник тетя. Она с нами связалась вчера по чужому телефону, потому что их багаж просто разлетелся, и больше мы с ней не контактировали. Пострадавший автобус принадлежит крупной транспортной компании «Альтекс». Его водитель на предприятии работает 2 года. До этого трудился в электротранспорте. Сотрудники компании-перевозчика выражают соболезнования родственникам пострадавших и погибших и заявляют о готовности оказать им необходимую помощь. Планируется выезд в Башкирию, город Уфа, к людям, которые сейчас находятся в больнице, пострадавшим, оказать материальную помощь. Всю необходимую помощь мы готовы оказать. Ищем родственников погибших. Хотим оказать помощь в похоронах, оказать материальную помощь. Помочь пострадавшим и родственникам погибших пассажиров готовы и власти города. Для перевозки людей сегодня исполком направил в Башкирию автобус. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан, с Центром медицины катастроф, сегодня 7 человек из 10, которые находятся в лечебных учреждениях, будут переведены. Одного ребенка привезут в КДМЦ. 6 пострадавшим окажут помощь в БСМП. Заведено уголовное дело. Водитель автобуса задержан. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Андрей Буслаков, Челны-24.